25 января в нашем городе состоялось открытие семейного спортивного фитнес-клуба «Фитнес-хаус». Это федеральная сеть клубов с большим опытом работы, насчитывающая более 55 клубов по всей России. Теперь он есть и у нас. Я только пришел сюда, в общем, первое впечатление хорошее. Абонемент взял на год, поэтому будем заниматься, в общем-то, расти. «Фитнес-хаус» – это современный тренажерный зал и просторная кардиозона со своими форматами проведения тренировок, способствующих максимальному вовлечению всех уровней подготовки посетителей. Буду, думаю, раз, два, три в неделю ходить. Как вам тренажеры? Отлично, вообще не ожидал, конечно, такого. Что тут, как говорится, столько всего, даже глаза разбегаются. Да, отлично, все новое, в отличие от других, мне кажется, в городе. Это единственный в городе фитнес-клуб с тремя бассейнами. Взрослый 6 дорожек 25 метров и 2 для детей от 1,5 лет. Есть здесь и 4 сауны. Все шикарно. Я в таком восторге от всего, о чем мечтала. Это все у нас случилось. Я тем более рядом живу, и мне все-все устраивает. Я, конечно, всех своих знакомых уже пригласила, всех сагитировала сюда. Так что и с моей семьей будут сюда ходить. Отличное плавание, вода то, что нужно. Температура самая то, что доктор прописал. А сауны вы уже посмотрели? Посмотрел. Все хорошо. Все новенькое, все чистенькое. Волчок, конечно, будет ходить. Также в клубе «Фитнес-хаус» ребенок может записаться в спортивную секцию или остаться в игровой комнате. А еще здесь есть удобные семейные раздевалки. То, что я увидела, мне очень понравилось. И понравилось то, что можно приходить на занятия с ребенком. Есть детская игровая комната, есть там вот раздевалка как раз семейная. Мне это очень важно. «Фитнес-хаус» поднимет вашу жизнь на новый уровень. Это прекрасное место для полезного времяпрепровождения с семьей. «Фитнес-хаус» расположен по адресу улица Чкалова, дом 18. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».